Ах, какая погода! Идет снег. Вот какой метет снежок. Сейчас 11 часов утра. Ай, какая погода. Да, ведь сегодня 11 апреля 2020 года. Погода обещает переменчивую в течение недели. И снег, и дождь обильный. Так, у меня за окном снег еще будет в течение дня. Вот сейчас вроде бы перестает, да? Чуть-чуть еще будет. Так что поснимаю эту переменчивую погоду еще много раз. Да, район Западный Дегунино. Север города Москвы, столицы. Да. А, снег пошел с новой силой. Вот какой снежок. Йога. Ай, как интересно. Ну, у нас бывает снег и в мае, но все реже и реже. Ах, какой снежок. И мне это очень нравится. Нравится прохладная погода. Более чем теплая и жаркая. Ай, как свежо на улице. Только гулять нам нельзя. Карантин. До конца апреля привязаны мы к дому. Снежок. Красивый такой.
Да. Ах, какой снежок. Глаз не отвести. Заметает. Ай, как интересно. Сегодня 11 апреля 2020 года. Какая красота. Ах, с новой силой. Ай, какой густой. Вот как метет. Ну так по всей Москве и области такая погода. Хорошая погода. Юга. Ай, как красиво. Крупный снег кружится. Ладно, поснимаю еще попозже. Здорово. У нас сегодня 11 апреля 2020 года. А вот так через полчаса у нас солнышко выглянуло. Снег весь растаял, конечно. Вот какое солнышко. Вот такая переменчивая погода у нас ожидается всю неделю. Да, север города Москвы становится. Вот так у нас за окном. Вот я снимаю. Вид у меня неплохой, но невысокий дом. И какой же замечательный вид вот с 38 этажа, да и 36, а уж с 45. Какой вид должно быть великолепный. Когда строился ЖК Сильгерсити, вот с Помарендом, сейчас Репин, вот с этих домов снимали с высоты строители. И я сделала скриншоты для себя на память. Как же красиво выглядит наш район с высоты. Очень красиво. Если я любуюсь летом, то с высоты, с большой высоты, еще красивее. Очень красивый вид на наш район. И вот с этих небоскребов видно и Красную площадь, вот особенно 45 этажа. 44-45 с последних этажей видна и Красная площадь вот с той стороны, виден КАД вот с другой стороны и весь наш, вся округа, наш район Бескутниковский и Головинский, вот что там, и Ховрино. Да, вот такая замечательная погода, переменчивая. У нас сегодня 11 апреля 2020 года. Еще поснимаю сегодня.
Вновь идет снег, мокрый снег. Сейчас полдень, ровно 12 часов московское время. Ай, сколько намело, буквально за 5 минут. Ай, как интересно. Да, крупный снег. Вот какой снег. Мокрый снег. Как интересно. Да, и вот видимость вдаль такая. Да, с высоты красиво смотрится. Гораздо красивее, чем с земли. Наша окраина. И вид вдаль. Да, продолжу еще сегодня. Какая погода удивительная. 11 апреля 2020 года. И еще будет солнце. И еще, возможно, снег. Вот кратко и поснимаю еще. И вновь солнце на улице. Вот какие облака красивые. Какая переменчивая погода сегодня. Снега нет. Все растаяло. На детских площадках никто не гуляет. Суббота сегодня. Детки бы гуляли, но нельзя. Карантин у нас в городе, в Москве, столице. А я снимаю из окна вид, который мне открывается. Наблюдаю за стройкой. Ильминский, 17, возведение четвертого дома, четвертого корпуса. Завершается возведение. Вот я наблюдаю последний этаж уже сейчас. Потом крыша. Технический этаж и крыша. Ах, какой день. Ну, еще погода изменится. Сейчас 15 часов. 3 часа московское время. Вот так у нас сегодня, сейчас. Да. Я все смотрю в интернете. Что-то никто не снимает. Или снимает прям вот чуть-чуть что-то где-то. Одна я снимаю подробно. И из своего окна. И другие места в нашем районе. Западная Дюкунина. Не знаю, почему-то не снимают.
Ну, хотя, когда снимаешь, понятно, из какого дома человек снимает. Люди не хотят определять себя, показывать, где они живут. Да. Ну, я уже ничего не боюсь. Я старенькая уже. Чтобы бояться чего-либо. А, да. Вот снимаю то, что мне интересно. А мне интересно вообще все, что происходит вокруг. И где я живу. И в других местах Москвы, столицы. Да. Тут какое-то движение тут у нас во дворе. Да, сейчас так малолюдно. Ну, пройдет карантин, и вновь будет народ ходить к метро, гулять. Да. Вот прохожие идут. Да. Это только по необходимости. А гулять нельзя. Никто и не гуляет. Вот пустые площадки детские. А на улице свежо. Только гулять бы и гулять. Ну, нельзя. Пока нельзя. Да, солнышко опять скрылось. Поснимай попозже. А так у нас 7 часов вечера. Вот какой закат сегодня. 11 апреля 2020 года. Да, сегодня и солнце, и снег. Вот так у нас во дворе. Весь снежок растаял, конечно же. Я наблюдаю за стройкой. Вельминский, 17. Последний этаж возводится. Наблюдаю, снимаю на память. Сергей Арсети. Так выглядит сегодня. Да. Да. Район Западный, Тюгонина. Северный округ города Москвы. Столица. Какая удивительная погода сегодня. Закат такой необычный. Вот, со всех сторон показываю. Сергей-Сити. Хоть сейчас получше виден.
сейчас 8:20. Вот такой удивительный закат солнца. Отлично, розово, да, оранжево. Да, удивительно. Здесь какой красивый. Да, вот так удивляет погода нас. Да, закат солнца. Да, наш район западный, Тиконино, северный округ. Ворота Москвы, столица. Да, удивительно. Очень красивый закат солнца. А вот так выглядит наш двор в 20:00. Вот так. Такой закат солнца вдалеке. Уже не столь красивый. Дома наши. Селигер Сити. Дом Ильинский, 17. Последний этаж возводят. Ах, да. Две площадки, на которых никто не гуляет. Да. Вот так у нас сегодня в районе Западной Тиконино, Северного округа. Города Москвы, столица. Покажу, как у нас в конце дня. 23:00 сейчас. Вот так у нас. Тихо во дворе. Никто не шумит. Никто не гуляет. Никто не ходит. Вот так у нас. Сегодня в конце дня 11 апреля. 2020 года.
звездное небо. Прохладненько на улице. Вот такая красота. Такой вид из моего окна.